Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Mass Effect Andromeda. Так, в этой серии мы поедем... Тайник с медикаментом мы еще третий не сможем взять, то есть закончить квест мы тоже не сможем. Вот сюда разве что... Так, выступить против Руджойка. Нам, по сути, этого не нужно. Мы как бы пообещали, что этого не сделаем. Поэтому просто полетим сюда, сдадим квест. И их, как называется-то, Афра, Джафра. В общем, их главный хотел с нами поговорить. Ух ты, как это так я пропустил. Нехорошо. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Вон еще. Life support. Water is back online. Good. You're in the clear. Proceed to objective. Так, старший разведчик. Да, карта. Я к вам принес. A few treasure hunters found this map of ancient vault. They wanted you to have it. We thought we lost this when the door burned. Look at that detail. With this map, we could plan attacks through old trade routes, ones even the Kett don't know about. Whoever gave this to you deserves our thanks. After you. Oh. Ну, хорошо, что все хорошо кончается. Окей. Так. Опа. Не понял, еще квесты? А чё сразу не дали? I couldn't help it over here. Wait. Now you've gone and involved Ryder in this madness. We have to concentrate on saving the Moshai, Hana, not your vain hope. Rabba, I know Mashal's still alive. Маша или Машал? Так, тому должна быть причина. Hana, why are you convinced your friend's still alive? Because Mashal is our best saboteur. She knows how to keep herself safe. We destroyed a Kett's weapon depot. But the detonators failed. Mashal had to set off the explosives by hand. It put her in the middle of a blast they saw from over the hills. But Mashal knows demolition like no one else. She knows the safest place to hide. Ладно. If your friend is as skilled as you say, it's possible she survived. Thank you. I've been shouting for so long and no one has listened but you. Even if I believed you, Anyak won't allow us to go out there. We're needed elsewhere. Ну, походу придется мне. I could survey the area. Да, как обычно. Sky blessed. I've got the nav point. I hope the data is compatible with your Да по-любому. Whatever you find, please tell me. I just want the truth. Хорошо. Так, а где она находится? За пределами, да? Вот так вот. Вот так вот. Ну вот. А! Стоп. Это там, где корабль впихнутый в землю, скажем так. Вон там пробороздивший так. Нехило. Так. Мне это получается на корабль нужно вернуться, да? Extreme cold is detected, Pathfinder. Так, а где он? Как далеко? Корабль-то. Так, стоп. Ап. А я? Нет. Войлд. Ага. Осмотреть базу. Так, нет, надо все-таки союзники отношения.
Нет. Приоритетная задача. Луч надежды. Связаться с Эфрой из зала переговоров бури. Все, понял. Она там внизу стоит. Буря. Сократить есть вариант? Блин, нельзя просто зайти, что ли? Так, создать регенератор щита на нашей станции. Pathfinder, you have new email. Так, у нас новые письма. А, все пытаюсь с биотикой прыгнуть. Так, я вот здесь вроде посмотреть могу. Покер ждет. Райдер, вам звонит колокол. Встретимся в вихре на Нексусе. Я буду тасовать колоду судьбы. Ага. Так, пометить как прочитанное. Райдер, пришел доклад о беженцах Азари на Эос. Они добрались. Возможно, там и про их кочек что-то есть. Беженка Хазари? Надо съездить посмотреть. Благодаря тому устройству с данными реликтов из хранилища на Эос, мне осталось найти только один конкретный фрагмент рельтеха, чтобы закончить проект. Сканер показывает, что такое есть на Войлде. Займемся? Конечно, займемся. Это от Пиби было, да? Семьи пропавших членов экспедиции просили меня выразить вам их признательность за то, что вы нашли их родных и близких. Терять кого-то всегда тяжело, но теперь, когда они знают, что случилось, им проще будет оплакать умерших. Надеюсь, ваша следующая экскурсия закончится успешнее. Ну. Турианцы на Хаварле. Окей. Это вы виноваты. Помните Белли, с которым вы столкнулись на Нексусе? Не знаю, что вы ему сказали, но он решил написать мне. Пересылаю его сообщение. Гил, надеюсь, у тебя все хорошо. Наша совместная работа на Нексусе вдохновила меня. И ты, я уверен, сейчас вдохновляешь своим примером коллег на буре. Я завидую и твоему первопроходцу, но мне кажется, что работа, которой ты сейчас занимаешься, и первооткрыватели, которых ты поддерживаешь, заслуживает вдохновения больше, чем кто-либо из нас. Конец. Вот это на 6 страниц, пока он не спросил меня, не хочу ли я выпить. Вдохновение хоть отбавляй, верно? 6 страниц. Воду из стакана в стакан переливал. Ваш экипаж уже устроил покерный турнир, чтобы потренироваться и попробовать меня одолеть. Спорю, это придумала Пиби. Они даже затащили в игру беднягу Джаала. В общем, прибавка мне в ближайшее время не понадобится. Похоже, скоро меня ожидает существенное финансовое вливание. Если бы я использовал эмодзи, здесь стояла бы большая лыбящаяся физеномия. А что не используешь? Рад быть здесь. Привет, прохутец, я снова о прежнем. Наша команда? Никуда больше не хочу. Вот так, типа, просто пускай так и будет. Я вступил в понт, потому же оказался здесь. Мы справимся, Коста. Лима прикрепил список материалов, связанных с темой фурнитура. Тут вестерны, космические оперы и удивительный отдел. Турианские исторические драмы. Турианские исторические драмы? Так, первое, что я сделал после Айи, подумал, к кому обратиться. Потому что мы ведь знаем, кто главный, тот всегда от земли оторван. Кое-что Джал посоветовал. Кое-какие имена я в маленьких поселениях ангара услышал. Доверять они нам... Не скоро начнут, но нужно постепенно двигаться вперед. Я такое видел через чайки, особенно в бывших горящих точках. Консул Верант, если увидишь сообщение от нее, значит, это я потрудился.
Прикрепил список материалов, связанных с первым контактом. Это серьезная научная фантастика и записи о Заре о первом контакте с людьми под названием каким, какими они должны нас увидеть. Как хочешь. Прояснить. Знаю, что сказала лишнего по неофициальным каналам, но я не могла иначе. Nexus переживает не лучшие времена, и многим из нас пришлось замарать руки. Хочешь жить, умей вертеться. Но в целом место... Ой, если тебе что-то понадобится, делать не буду. Да сколько у вас тут этих квестов? Войлд. Благодаря тому, что вы спасли узников трудового лагеря, мне поступила кое-какая информация. Кеты годами не обращали внимания на нашу деятельность в ледяном городе Джаник. Их не тревожили наши попытки докопаться до своего прошлого, но однажды мы, видимо, наткнулись на нечто такое, что кеты сочли крайне опасным. Из трудового лагеря подтверждают безумный слух. В глубинах города есть древний ИИ, созданный еще до скверны. Префект действовал столь стремительно и жестоко. Есть план. Окей, зайду. У Лиама какой-то план. Аджала. Мне довелось приватно побеседовать с Эфрой, лидером сопротивления. Ее очень впечатлила наша помощь сопротивлению на Вэлди. И твою ключевую роль я подчеркнул отдельно. Может, он уже сказал тебе все сам, но насколько я знаю, Эфро это вряд ли. Я же сам много узнал о доверии, о работе в команде, о взаимовыручке и поддержке. Я понял, доверие это не столько наука, сколько чувство, причем чувство в вселенских масштабах. Вселенских, ну ты понимаешь. Постараюсь воспитывать себя это и дальше. Похоже, вся эта история изменит мою жизнь. Измещение Джала Амадрава. Вот перечень вещей, с которыми я взойду набор. Одеяло и постельное белье на случай вашей принадлежности окажутся недостаточно подходящими или удобными. Небольшое число личных проектов, в том числе образцы ангарских технологий и оружия, 25 бутылей питательной пасты. Запасы нужно регулярно пополнять. Броня, в том числе 2 рофджина. Значение неизвестно. Варианты плащ, пояс. И набор для их ремонта. Различные мази, кремы и духи. При необходимости могу предоставить лаборатории их состав. Также беру с собой личное оружие, кетскую винтовку. Инструментрон я получил за ним и занимаюсь его калибровкой. Достаточно полный. Вдруг заинтересует. Половая зрелость и агрессия у Крогала. Рейдеры, я прикидываю свой труд о Крогале, о которой говорила. Там всего 500 страниц. Больше было нельзя. Если вдруг будет интересно для медицинского журнала, я написала более полную версию, 1400, там больше подробностей есть, схема спаривания. Рейдер, заботьтесь о физическом и психологическом здоровье команды, направляя советы по соблюдению сбалансированной диеты. При таких ежедневных нагрузках тело должно получать достаточно питательных веществ, углеводы. Порции в сутки 4-3 порции, жиры порция в день или меньше. Да. Здоровый образ жизни. I'll lend you 30 if you pay me back by tomorrow. Done. Thank you, Suvi. Someday I'll find out why you're always strapped for credits. А может, Кало просто-напросто проигрывает их Гилу? Нет? You know, Costa, poker is its own kind of thrill. Still not playing with you. I'll play. Really? Gambling doesn't seem like your style. Why? Because I have more degrees than you have fingers. Oh, shots fired. Уела. You're on. Так. Народ. Your comm channels are ready, Pathfinder. У нас совещание. И поехали. Commander? Pathfinder. Joel's been keeping me updated on your adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You rescued Shavit Ghan. His loss would have been hard for the Resistance. But your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Jarl says you want to help find the Moshi. Why should I let you? Блин, у меня осечек не бывает. Как так не бывает? Вот сейчас зарекнусь и будут... Я дал слово. I'd like this to be the beginning of a strong relationship. Keep your promises and little by little our bond might grow. We've managed to trace the Moshi to a special Kent facility on Vol. А, на Войлде, значит. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. We're close,
but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Mm-hmm. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully, the Angara don't need anything from you. We take care of our own. With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to... Well, I want to go. It was risky to be honest about your AI. And honesty makes you different from the Ket. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Vold. They'll take you to the Ket facility. Stay strong and clear. Goodbye. Jarl said he wanted to see you. В системе Нолл? Сопротив... Ага. Друзья или враги? А вот это уже интересно. У Джала есть новая походу миссия, да? So, you've gained Ephra's trust. No easy feat. Доверие, но не одобрение. I still don't think he likes me. That's just his way. You should be more worried about the Rokar. Ephra made it seem like you had experience with them. I know their leader, Aksul. We studied together under the Moshai, but unlike me, he was a good student. The best, actually. Then he knows about Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. I can't imagine what he must have gone through. He has scars that would give you an idea. When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant or anything except destroying the Ket. Why not join the Resistance? Aksul's not the type to follow orders. And I think he was bitter we weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. Mm-hmm. Я хочу с ними договориться. I convinced Ephra I'm not a threat. Maybe I can do the same with Aksul. I admire your courage. But Aksul's dangerous. And he lacks Ephra's pragmatism. He'll make you want to kill him. I have to try. If Helios is to be your home, I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another. There's a recluse on Havarul who escaped with Aksul from the Ket. Taldir. Her name is Thaldir. She might know how to contact him. I'll send you the nav point. На Хаварле. Is there something else? A few more questions, if that's okay. Well, we won't know till we try. Ты стал уже более разговорчивым? I want to learn more about your species. What would you like to know? Мошай. You studied with Moshai Sepha. Is she a teacher or a religious figure? She's many things. She's a clear thinker with deep knowledge and insight. She teaches and inspires. She is beloved. I love her. Really? So one of those professor students? Не в этом смысле, да? No, not that way. Moshai Sepha is 115 of your years old. Oh. How long have you had electromagnetic capabilities? How do they evolve? No idea. Biology doesn't interest me. But I'm sure you can easily read up on it. That's disappointing. No biology at all? How do your eyeballs work? Okay, I get your point. Maybe I can find an Angara doctor to ask about your... whatever. Although, I used to know some facts. Like the origins of our vestigial organs.
Oh, yeah. Humans have a coccyx, a vestigial tail. And I have webbed toes, just a couple, but Sarah doesn't. And she had wisdom teeth, but I didn't. Now you. No idea. No. Молодец. Туше. Блин, мне нравится этот чувак. The Ingardians are so open and free with their feelings. Are we? We're certainly not ashamed of our feelings. We're taught that feelings and beliefs should live on the outside, where they can be dealt with honestly and openly. Don't people get hurt? Of course. Then everyone deals with it. That's the point. How many colonies do you have? On what planets? Since the Scourge, we've managed to survive on a small number of planets. What we know from before the Scourge is mostly oral history. We did have spaceflight, and the stories tell of 5 original colonies. Is there a central Angaran religion? There are many variations. An almanac could give you an accurate number. But if you are a believer, the essential tenet is, after we die, we are reincarnated. Reincarnация. We evolve to make our families strong. Born from what was before. Blessed to be better than before. Are you a believer? No. Yes. Sometimes. I don't know if it's the same for humans. Sahuna, my true mother, is a firm believer. Well, enough about that. Can you tell me more about the Ked occupation? It's a difficult subject. I'll answer what I can. I may get emotional. Да ладно. Не боись. Have the Ked always been here? No. Some, like the Morshai, are old enough to remember the time before the Ked. But I don't. Nor do my mothers. And the Archon came with them? We think so. Resistance intel on that is unclear, and few have seen him in person. And lived to tell? And lived to tell. Появление. When the Ked came, why didn't you fight? They didn't give us a reason to. Until they did. Было then слишком it was поздно? Too late. Как так? Perhaps you think we were weak. But the Ket are ruthless. They are masters at knowing exactly when and how to strike. I get that. Believe me. Личное знакомство. What's living under the Ket been like for you? Do you really want to hear about these things? They're painful. I asked, didn't I? It's like living on unstable ground. Every day brings more horrible news. I part company with someone not knowing if I'll ever see them again. When I was a boy, my father vanished from my life. One horrible day. Was he in the resistance? No. He was a technician at a mine. He went to work and didn't come home. That happens for an Angara child somewhere, every single day. Such a... Well, enough about that. What now? I'll see you later, Jal. Stay strong and clear. And clear. Так. Кстати, а чё вы тут собрались? Hey, Ryder. What's the story? Поговорим позже. Anytime. Я думал, ты сейчас мне что-то расскажешь. То есть вы просто, да, сместились? Yes. Понял. I'll be here if you need me. Лиам? Ты говорил, у тебя какая-то идея есть. What hell of a trip this is turning out to be. Hostiles, ruined worlds, no home in sight. Everyone's getting toasty. There was a 2-hour argument yesterday, and no one even knew how it started. That's not good. Luckily, I have the perfect way for people to unwind. Movie night. Давай. Taking a breather for a good movie? I could get behind that. Best part is, it doesn't need to be good. Still get mileage out of the bad ones. It's worth it to jumpstart everyone's pioneer spirit and all that. The Tempest database is pretty dry. Could you download a movie library from Nexus Ops to see what I've got to work with? If I have time. Thanks. Everyone will appreciate it.
Достану вам пару киношек. Киновечер. Начало. Друзья. Биби постоянно нету. Так. Нет. Не карта. Мне вот что стало интересно. Журнал. Джал. Планеты для аванпостов. Так. В системе Нолл. Так. Не. Стоп. Приоритетные задачи, луч надежды, встретиться. Vault orbit is steady. Не, ну все правильно. Только почему там показалось, что там писалось. Ух ты, Залкин. Штурмовые винтовки. Три. Три. А что это у меня? Это снопа? Нет. Пионер перепроходец. Вот. Штурмовые. 18. Да, берем. Здесь. Что у нас? Магазин СШВ. Забираем. И здесь прицел. Штурмовые винтовки. Так. А из пистолетов есть что-нибудь? Или может снопу взять? Бум. Бум. Ну давай. Так. Ланат. Наблюдатель. Первопроходца 199. Пробуем снайперскую кетов. Да. Сверхлегкие. И дважды сверхлегкие нельзя. Затвор. Прицел. Для снопы нужен прицел. Все, поехали. Я надеюсь, сейчас Джал, да, со мной идет. То есть старый набор использован. Потому что на этой миссии мне Джал нужен. Ну и Биби. Она неплохо так сочетается с ней. Биби. Джал, все, здорово. Блин, че так далеко меня паркуешь? Сейчас вон, пока добегу, опять все эти хилки улетят. Стопы. Как это я так проглядел-то? И понеслась. I'm reading a severe temperature drop. I'm reading a normal temperature range pathfinder. Так, это вот с этими ребятами надо лететь туда, да? А как вот это сделать? Осмотреть? Или прям летим и тогда уже сразу осматриваем. Так, ну там очень это может быть надолго затянуто. Как раз время подходит. На этом мы серию заканчиваем. Оп. Тут вот как раз, да? Вот, с ними разговаривать. На этой серии мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока-пока.